Мужчина, назвавшийся секретным Сантой, раздал пострадавшим от урагана Сэнди жителям штата Нью-Йорк и Нью-Джерси 100 тысяч долларов, передает в пятницу агентство Associated Press. В данном случае деньги не главное. Мои действия – это то, что-то вроде спонтанного проявления доброты. Я просто подаю пример, заявил журналистам этот человек, отказавшийся называть свое имя и запретивший себя фотографировать. Он лишь рассказал, что живет в штате Миссури. По словам мужчины, ранее под именем секретного Санты скрывался его друг Лэри Стюарт, раздавший нуждающимся более 1 миллиона долларов и согласившийся назвать журналистам имя и фамилию лишь незадолго до своей кончины в 2007 году.